Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1304. События дня. Филиппийцам 4:6. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления вашего Христе Иисусе. Вот такое объявление. Дети остались. И муж не стоит на ногах. Я проворачиваю здесь, а вы считайте, останавливайтесь, если интересно. Просто останавливайте курсором и читайте. Ну и тут материал у меня был, я закрыл его, сейчас найду или нет. Запрет записи. Сейчас быстренько постараюсь найти, когда могут запрещать. Не знаю. Сегодня это видеозаписи. Вот он нашел. Запрещена фото и видеосъемка закрытых заседаний Государственной Думы, военных кораблей с бортов иностранных военных кораблей на территории Федеральной службы таможенной службы в помещениях топлива, энергетики Российской Федерации. Во всех остальных случаях требования полиции о запрете съемки незаконно и квалифицируются как самоуправство. Это нарушение квалифицируется по статьям 330 УК Уголовного кодекса Российской Федерации, не 30, а 330, и статья 19.1 Гражданского кодекса. Вывод: полиция не знает законодательства, либо сознательно его нарушает. Вот так.
Приходится с этим согласиться. Ну, что сказать, день. С утра у нас богослужение было Петра и Павла, день, события дня. Литургия, мне пришлось по милости Божией быть причастником святых Христовых таинств. Мы вернулись вот тут. Во время еще богослужения Сергей приехал, Пупков, и привез, какой-то спонсор подарил 25 метров. Бывает, здание покрывают при ремонте. Ну и мы решили сшить новый невод. Не старый, а расширять, а новый. Ну и так сидели, все сшивали, как могли, веревочками. Потом видно будет. По-прежнему так же звонят, то приехать поработать. И, ну, это, на которые мы звонки не отвечаем. И вот у нас тут показать первое. Это мой мир. Очень люблю это. Никаких ни в контактах не бываю, хотя там есть наши страницы. Тем более в Одноклассниках. Не нравится мне там очень. А вот здесь нравится. Легко распространять, посылать. Мне главное посылать, а не брать. Вот оно как выглядит. Я в шапке. А где я с голубем, это контрольный. Вот дубль идет. Ну и второе, это у нас очень большой православный форум. Каждый день посещает сколько-то человек, не знаю. Можем даже посмотреть вот на сегодня. Шестьдесят пять больше, чем перед этим было. Ну, так. И православный видеоканал. Вот сегодня я 9 роликов выставил. Очень богатые. Интересно посмотреть. События дня, чтобы посмотреть 27 и 14. Это получается 40. 50-60 час. 11:47. Два часа. С лишним. Ну, в общем, так. Около 2,5 часов надо, чтобы прослушать то, что сегодня выставил. Поэтому смотрит, а отчасти что-то маленькое и дальше скачет. Ну и большой у нас видео, как библейский православный сайт. Вот вопросы-ответы. Вот все здесь дальше. Это наши ресурсы. Вчера до самого вечера мы с Владимиром Юрьевичем Галиндухиным вязали новый невод. Потом он ребятишек водил покупаться. А вечером они тут обгорели, это покраснение лица. Я говорю, ну, марш сметаной. Ну, посмотрим, как это отразилось. Вот день наш и прошел. Слава Богу.